В Центральном парке состоялись ежегодные соревнования собак на Кубок Нового Легиона по общей дрессировке и защитно-караульной службе. Четвероногие и их хозяева очередной раз доказывали и показывали, как понимают друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Насколько у них это получалось, наблюдала наша съемочная группа. В этом году впервые на Кубке Нового Легиона введена номинация «Почетный ветеран» в категории «Спорт». В увешанной медалями бархатной манишке немецкая овчарка Зепп принимает удостоверение этого почетного титула вместе со своим хозяином, тренером кинологического центра Николаем Минаевым. Зеппу скоро 9, и все эти годы – годы неустанных тренировок. Ну, это такая порода собак, которая нужно постоянное дело какое-то, постоянная нагрузка. Это специальные спортивные собаки. Вот, им постоянно надо где-то участвовать, где-то бегать, прыгать. Ну, чтобы создать ему полноценную жизнь, создать условия, пришлось идти заниматься. Специалисты уверены, тренировать нужно любую собаку. Неважно, собираетесь ли вы участвовать с ней в соревнованиях и показывать на выставках, или просто хотите иметь рядом умного питомца. В первую очередь учим владельца понимать свою собаку. Да, учим владельца реагировать правильно на действия питомца, потому что собака показывает то поведение, которым ее научил человек или не научил человек. То есть, чтобы собака не была, скажем так, комнатным растением. Да? То есть собаке недостаточно только выходить на улицу, условно, там, по своим делам. Ей нужно обязательно общаться со своим хозяином. Новый легион – это различные виды дрессировки. От воспитания щенка до подготовки собаки к спорту. Судья всероссийской категории Татьяна Чижик судит уже 40 лет. Говорит, что с каждым годом требования растут. Но основная задача остается прежней – получить первую степень. То есть сдать экзамен. Экзамен на отлично. Общий курс дрессировки – это ДСАВ для армии флота было. Значит, здесь подзыв, послушание полное от солдата, ну и от спортсмена. Естественно, преодоление всех препятствий, потому что собака должна быть крепкой и здоровой. Уметь выполнять все уставные и такие приказные команды. За Кубок Нового Легиона по общему курсу дрессировки и защитно-караульной службе в этом году состязались более сотни участников из разных регионов России. Ирина Иванова и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.